Сегодня рано утром произошел пожар на одном из крупнейших предприятий карельской столицы – ДОК «Калевала». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пламя вспыхнуло в 4 утра. Люди вышли из здания сами, жертв и пострадавших нет, сообщает телеграм-канал республиканского МЧС. Огонь удалось локализовать почти через 2 часа. Причины произошедшего, ущерб и виновных устанавливают компетентные органы. К тушению пожара привлекли 50 человек и 12 единиц техники. В 7 утра огонь был ликвидирован. В данный момент производится разбор конструкций.